что же, доброго времени суток. Собственно, по просьбам трудящихся собрали билд на воздаяние, или как мы любим называть его, возмездие. Вот, и покажу пока по цифрам, что получилось. Так как играем за волков-одиночек, сложность у нас, по-моему, самая легкая. Очки умножаются на 2, и некоторые статы прибавляются дополнительно из-за сложности в процентном соотношении. Собственно, где в статах написано «волк-одиночка», это те очки, которые вкладывались. Значит, в билде тут быстренько пролистаю, что получилось. Кому интересно, может на паузе посмотреть более подробно, откуда берутся такие цифры. Так, ну и по шмоту. По шмоту, собственно, заморочек никаких не было. Бралось то, что есть. Если там есть какие-то подходящие статы, которые дают силу, там, военное дело и так далее, то, соответственно, оставлялись. Ну, если нет, то бралось по максимальной цифре, там, магической или физической брони. Вот, собственно, билд этот мы протестировали в бою. Там, конечно, надо будет дальше смотреть, что у нас получилось. Я не буду открывать всех карт. Вот, но суть в том, что мы особо сильно не отнимаем, мы особо сильно не попадаем, потому что здесь вот точность только за уровень сложности дается. И не более. То есть, если там довольно хороший уворот у даггера, то по нему можно не попасть даже со 100% точностью. Вот, значит, мы не отнимаем. У нас довольно большое количество ХП. Большое количество физической, магической брони. То есть, мы вполне рады любому дамагу, потому что мы на 100% его возвращаем. Причем возвращаем как физический, так и магический урон. Вот, собственно, вот такое дело получилось. Скиллы, я думаю, тут пояснять не буду. Это, так сказать, личное дело каждого, чем пользоваться во время боя. Вот, ну, в основном взято военное дело, пирокинетика, ну и некоторые вспомогательные скиллы из превращения, вроде стального сердца, хотя очень сомнительная вещь. Пересадка кожи, апофеоз, но это имбовые скиллы, которые, собственно, помогут любому классу. Хилы, ну и так получилось, что немного некромантии. Ну, а, собственно, что из этого получилось, смотрите дальше. Так, я сейчас поебалу. Игру не сломай только. Как? Не знаю, как-нибудь. Что, давай это... Где будем драться? О, вот здесь. Ну, если мы туда зайдем, там, по-моему, начнется. Не, ну, когда с лестницы что-нибудь. Ну, или давай здесь. А как ты PvP-режим включил? Правой кнопкой начать войну. Прям там, так и называется, начать да, войну? Да, начать войну. Это война! Тебе ХП только не полный. Но я тебя похилю. Блин, да ты меня так сейчас убьешь, а чё она мне не полная? Ты хитрец. Как тебя похилю, говорит. Ой, ты чё-то тут завязал, дневник обновился. Да. Может, это кровище потому что пошло? Может быть. Все, луна в небе, кровище пошло. А это что такое вообще? Червячок. Это так нечестно, два против одного. У меня еще киса есть. Так. Преодоление, что-то преодоление.
Ой. Вот это реально было ой. Червяка зацепил. А что ты меня не похилил, ты же обещал. Потом как-нибудь. Блин, тут... Понятно. Ну давай, продолжим. Интересно. Драться тут было плохой идеей. Да. Так. Все. Ну ты же там хотел апофеоз юзать, всякое такое, да? Ну да. Апофеоз только на два хода, да? Да. Нельзя двигаться увеличить. Я надеюсь, я не сдохну сейчас. Так, ну хорошо. Нравится. Какую-то гадость творит вообще. Усыпил. И чё это такое? Не работает. Механика Divinity 2, добро пожаловать. А что случилось? Вот, ну, хоть, я хоть понять бы сообщение какое-нибудь, чтобы было. А тут же есть чат. Пати чат. Не чат, а этот журнал. Общий его, как? Я что-то вообще ничего не могу прожать, поэтому... Не, а вот показать. Есть просто чат, в который можно написать хуй. Нет, журнал. А, справа. Скрыт журнал. Все, вижу. Я не нашел, кстати, о каком журнале я говорю, а так нормально. Вот, нашел. Хлороформ. Снижение магической брони. Фейн использует насильственный обмен. Цель Сибила. И. Все, ну использовал, иди нахер. И. Привет! Вот. Не, ну возможно она не работает на людей, но это поебень, вот так я скажу. Поебень. Игра. Ты что, это игра года, тут все работает. Все идеально. Поебень. Так. Ну, я, наверное, могу. С честью убийца. Все. Все, приплыли. Билд возмездие. Да, билд возмездие. Не отнимаем, но... Ну, убиваем. Но ебем.